Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас в гостях Гена Барбоскин. И он принес с собой очень интересную игру, которая называется «Продолжи ряд». Посмотрите внимательно на ряд предметов вверху и выберите из нижнего ряда предмет, который должен стоять вместо знака вопроса. Все верно, это мяч. А какой предмет будет здесь вместо знака вопроса? Молодцы, это паровозик. Ребят, каким предметом мы продолжим ряд? Умнички, самолетиком. Ой, ребята, а какой же предмет мы выберем здесь? Конечно же, это пирамидка. Ребята, как вы думаете, какой предмет будет стоять вместо знака вопроса? Все верно, это желтая машинка. Какой мяч будет стоять вместо знака вопроса? Слева, справа или тот, что посередине? Все верно, это мяч справа. Ребята, вы сегодня большие молодцы. Гена очень доволен. Но пора прощаться. До свидания. До скорых встреч.